полуфинал конкурса КВН «Безопасная дорога детства» был посвящен 70-летию победы в Великой Отечественной войне. Поэтому конкурсанты объединили обе темы и показали выступления, в которых содержались знания правил дорожного движения и военное настроение. Показать свои таланты в Янаул приехали ребята и девушки Бирского, Мишкинского, Буральского районов, а также ученики школ Агидели и Нефтекамском. Победителями конкурса среди районов стала команда Мишкинского района, а лучшими городскими КВНщиками признаны воспитанники Башкирской гимназии нашего города. Заключительный этап конкурса пройдет уже в начале апреля, куда и поедут гимназисты. Команды подготовили приветствие, их путь дорожка фронтовая, конкурс капитанский, и в дороге, и в бою напеваем всюду песенку свою. Также музыкальный конкурс, пусть любые дорожные комбинации послужат безопасности нации. В данном конкурсе «Безопасная дорога детства» принимали участие 14 команд, 9 районов и 5 городов Республики Башкортостан.